Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Откроем книгу Библию. Первое место послушаем. Первое послание апостола Петра, 1 глава, 10 и 12 тексты. К этому-то спасению относятся изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующие за ними славу. Им открыто было, что не они сами, а нам служило то, что ныне проповедано благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают приникнуть ангелы. Второе место послушаем. Псалом 102, 1 и 2 тексты. Псалом Давида. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Братья и сестры, все, кто знаком с Псалмом 102, Псалмом Давида, главная мысль – это спасение Божие. Это то, что совершил Бог для падших сынов рода человеческого. И первое место, которое мы прочитали, святой апостол Петр напоминает нам о том великом служение, которое совершил Господь. И это служение было наперед предсказано уже в пророках. С самого начала Бог заботился о том, чтобы эта весть достигала людей. Братья и сестры, величие сегодня нашего спасения, оно огромно, оно бесценно, оно уникально. Бог со страниц Священного Писания сегодня выступает перед нами как Бог, который удовлетворяет все потребности человеческие. Наши с вами потребности, братья и сестры, и мы с вами послушали, святой Божий человек делает воззвание к самому себе. Он разговаривает со своей собственной душой, и призывает: «Душа моя, благослови Господа Бога, и вся внутренность моя, святое имя Его». И второй раз опять обращается: «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». В другом месте псалмопевец говорит уникальные же слова об этом: «Что воздам я Господу за все благодеяния Его ко мне». А у вас когда-нибудь возникало такое желание? А вы когда-нибудь разговаривали со своей собственной душой? Если нам этот опыт не знаком, очень важно сегодня встать на эту стезю и заговорить со своей душою. Это очень хороший пример сегодня для подражания. Почему? Давид говорит: «Не забывай, буду напоминать это, потому что я склонен к тому, чтобы забывать». Книга Библия, братья и сестры, это книга, которая очень много говорит о том, что люди часто не помнят, забывают даже великие дела, которые совершали или совершал Бог через них. Людям свойственно забыть это. Братья и сестры, Бог не человек, Бог не забывает. Бог клянется в верности и не оставляет своего слова. Он помнит, но Бог и знает, что мы люди, братья и сестры. И вот мы с вами, когда прочитали, что же нам нужно помнить, братья и сестры? Первое, мы должны всегда помнить о том, что мы с вами возлюбленные Божьи дети. Это очень важно нам, знать, кто мы есть, не потерянные.
Но Он нас взыскал и нашел. Не мы Его нашли, а Он встретил нас. И поэтому первый момент, который мне хочется, чтобы вы могли запомнить и всегда благодарить Бога. В одном христианском гимне есть такие слова. Нам есть за что Христа благодарить. Он снял с нас греховную проказу. А мы здесь прочитали с вами и посмотрели о том, что Он любит народ свой. И много раз со страниц Святого Письма через апостолов эта истина напоминается. Христос возлюбил Церковь, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. И первое утешение, братья и сестры, независимо от обстоятельств нашей жизни, мы должны всегда помнить, что мы возлюбленные Божии. Слава Богу за это. Второе, братья и сестры, с чем открывается нам Священное Писание о том, что эти люди, которым было написано это слово, эти люди терпели озлобление, поругание. Посмотрите, как мир относился к этим людям. Почитаем 1 и 2 стих. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифине, избранным, по предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир, да умножится. Братья и сестры, отношение мира к ним, они от мира были пришельцы и рассеянные. Мир их ненавидел, они были оторваны от своих мест, они скитались. Они были гонимы, их преследовали, их ненавидели, они страдали. Это отношение к миру. Братья и сестры, Господь предупреждал своих избранных: в мире будете иметь скорбь. Мир меня возненавидел, мир меня гонит, будут гнать и вас. Но мужайтесь, я победил мир. Братья и сестры, гонимые, не имеющие где преклонить голову, рассеянные по различным уголкам Римской империи, заметьте, третья особенность, они не оставлены самим Богом. Бог помнит их. Братья и сестры, будем помнить о том, что Господь говорит в Слове Своем: «Око мое над тобою». Сам Иисус Христос в прощальной беседе заверял своих учеников: и вот я с вами во все дни до скончания века. Век закончится, и тогда закончится Божья работа и попечение. Но сегодня, даже тогда, когда мы ничего не видим из-за бурь, из-за скорбей, мы можем быть уверены о том, что мы не оставлены. Почему? Потому что Он нас написал. Наше имя написано на дланях. Эти руки всегда Господь видит перед собой. Почему? Это цена нашего с вами искупления. Господь страдал. Он выбрал гвозди, как говорит популярный проповедник и писатель Макс Лукейда. Он выбрал гвозди и занял наше место с вами, братья и сестры. Братья и сестры, смотрите, еще одна особенность здесь есть. Третье. Мы избраны Богом. Мы с вами так и прочитали. По предведению Бога Отца при освящении от Духа. Бог наперед это видел. Подумайте, это сегодня может утешать наше сердце в разных обстоятельствах жизни. Бог не только нас избрал, Он нас и позвал. И это опыт, который сегодня многим в этом доме молитвы известен, братья и сестры. Посмотрите, как об этом написано на страницах Священного Писания. Мы как раз эти истины не так давно с вами изучали и обогащали своего внутреннего духовного человека.
Посмотрите, послание к Ефесянам, 1 глава, 4-5 стих. «Так как Бог избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Это Бог. Он видел нас, Он знал нас наперед, и Он нас позвал. У Него есть цель. Он хочет работать с нами, как мы с вами прочитали, братья мои и сестры. Но заметьте, здесь есть еще одна особенность, которую мы с вами читаем, о том, что мы не только избраны ко спасению, братья и сестры, мы еще освящены Духом Святым. Если благодать Божия, которая знакомится, которая входит и становится нашим достоянием, не меняет наше направление и нашу жизнь, не меняет ее ценности, значит, что-то неправильно в нас с вами. Когда приходит в жизнь нашу Господь, наша жизнь кардинально и полностью меняется, и меняется по отношению к греху. И это как раз может нам помочь. Братья мои и сестры, посмотрите, как об этом записано во втором послании Фессалоникийцам. Тринадцатый стих. Второе Фессалоникийцам 2:13. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные, Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Бог работает с грешным человеком. Братья и сестры, вы вспомните послание к евреям, вторую главу, что Иисус, чтобы освятить нас, Он пострадал за нас. Вот посмотрите, как об этом написано уже в 13 главе, 12 стих. «То Иисус, чтобы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Он очищает нас от старой и грешной жизни». Он освящает нас, и это одна из работ, которые делается и совершает Божий Сын через Духа Святого. Братья мои и сестры, заметьте, здесь еще написано о том, что мы с вами к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Это тоже очень важная составляющая в нашей жизни. Братья и сестры, почему же здесь говорится о крови? Неужели жертвенных животных, козлов, тельцов не хватало? Когда мы с вами открываем страницы Святого Писания, мы читаем, что кровь тельцов и козлов и пепел телицы не уничтожает грехи. Но тело становится чистым. Заметьте, то когда мы с вами читаем об Иисусе Христе, то здесь говорится о том, что Он вошел во святилище со Своею собственной кровью. 9 глава, мы читаем 12 стих. «И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Братья мои и сестры, когда кровь Его касается нас, мы способны входить в Его присутствие и служить Богу. И это делает Господь. И мы с вами прочитали на страницах Священного Писания эту истину. Братья и сестры, есть еще одна особенность, о которой мы с вами здесь читаем, что Он нас возродил.
через Слово Свое. Здесь мы читаем эту истину, это пятая истина, возродил нас воскресением Иисуса Христа. Рождение наше происходит тогда, когда мы слышим Божье Слово. И об этом брат Господень Иаков говорит нам. Восхотев, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его. Это делает Бог, братья и сестры. Нам есть за что благодарить Бога. Мертвых по грехам и преступлениям Он оживотворился Христом. Нам известна эта новая жизнь, и она уже переживается в наших душах. Но это только одна часть. Мы ожидаем воскресения нашего тела, и тогда искупительный план для сынов человеческих, он будет полностью осуществлен в нашей жизни, когда смертное будет поглощено жизнью. Братья мои и сестры, посмотрите, еще здесь написано «по великой своей милости к нам». В милости мы нуждаемся. Так благость и милость да сопровождают меня многие дни, и я пребуду в доме Господнем. Это слова Давида. Милость свойственна королям. Милость необходима сегодня нам в наших взаимоотношениях. Посмотрите, когда Давид согрешил, когда он сделал преступление, когда он дерзнул оскорбить святого и праведного Бога, и когда он был изобличен в своем грехопадении, он не стал запираться. Посмотрите его слова, 50-й Псалом. «Помилуй меня, Господи, по великой милости Твоей». Давид осознал, что он великий грешник, а он великий, милующий Бог. И он в этом не был постижен. Бог к нам приходит со своей великой милостью. Братья и сестры, Титу 3 глава, 4-5 стих говорят о том, что не по делам праведности, которые бы мы заработали и заслужили, но Бог спасает нас по своей великой милости, потому что Ему жаль сегодня нашего состояния. Милость – это когда Бог отвечает на нашу вину и греховность, когда Он склоняется к нам беспомощным и поднимает нас, когда действие Его суда отдаляется на определенное время, чтобы Он мог нас помиловать, братья и сестры. Еще одна особенность, на которую я хотел обратить внимание, что благодаря сегодня действию Святого Божьего Писания мы знаем Бога как Отца. Мы не безродные, мы не чужие, мы род Его. Мы от Него имеем происхождение. И не так давно брат говорил о душе. Братья и сестры, посмотрите, как уникально Бог создал нас, сотворил человека, вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Мы от Него, мы не из земли, не из воды, мы от Бога, мы Его и род. И вот теперь с этим Богом, Отцом, Иисус Христос знакомит нас. Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Очень часто, особенно в Евангелии от Иоанна, мы слышим эти слова из уст нашего Спасителя. «Отец мой более меня». Когда приходило время уйти Ему, от этой земли Он говорил людям, посмотрите, Иоанна 20:18, «Иду к Отцу моему и к Отцу вашему, иду к Богу моему и Богу вашему». Братья и сестры, Евангелие от Иоанна, 17 глава, Он говорит, «Я открыл имя Твое человеком». Это задача, который посвятил Себя Сын Божий Иисус Христос. И теперь, благодаря Его работе искупительной, мы знаем Отца Небесного, как нашего Отца и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, здесь есть еще одна особенность, о которой мы говорим. У нас есть наследство на небесах.
У нас есть воздаяние, мы сегодня идем по этой земле, но у нас есть дом, художником и архитектором которого является сам Бог. И этот дом, это наше наследство, оно сберегается и сохраняется для нас. Это большая мотивировка о том, помните, как муж Божий говорит: «Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле». Иисус Христос учил своих учеников: «Приобретайте себе сокровища на небесах, куда воры не приходят и не подкапывают, и не крадут. Там есть богатство, там есть дом, которого архитектором и строителем является сам Божий Сын». Братья и сестры, оно называется нетленным, чистым, неувядаемым, хранящимся для нас. Бог заботится о нас. Подумайте только об этом. Моисей удивительным образом был принят в семью фараона, имел воспитание и был научен всей мудрости египетской, но когда ему исполнилось 40 лет, он отказался быть сыном дочери фараоновой. Почему? Братья и сестры, 11 глава Евреям говорит: он взирал на воздаяние. Он захотел иметь лучшее поношение Христово, нежели иметь временное греховное наслаждение. И он не прогадал. Не прогадаем и мы с вами, когда свой жребий доверим в руки Богу, который хранит нас. Братья мои, сестры, есть еще одна особенность сегодня. Это когда мы смотрим на страдания, то когда мы видим, что страдания, которые приходят в нашу жизнь, они очень скрывают от нас всю ту правду, почему Бог их допускает в нашу жизнь. Но мы смотрим с вами, даже об Иисусе Христе сказано, что Он страданиями навык послушанию и стал виновником спасения вечного. Он проходил величайшими страданиями для того, чтобы и нам показать путь. Поэтому Писание говорит: и как вы участвуете в Христовых страданиях, участвовать будете и в славе Его. Когда мы сегодня проходим этой долиной, вспомним Писание. Написано: ибо вам дано не только веровать, но и страдать ради Него. Братья и сестры, не пугайтесь страданий. Страдания очищают нас, они обеляют нас, они нас готовят к вечной славе. Лучше пострадать, как Христос пострадал за добрые дела, не за злые. И поэтому, когда к нам это приходит в жизни, будем помнить, как Господь увенчил славою и честью Сына Своего, которого люди оплевали и избили. Итак, братья и сестры, сегодня в нашем собрании нам есть за что Господа благодарить. Нам душа сегодня подсказывает, о чем нужно благодарить. Он снял с нас греховную пелену. Он подарил нам жизнь, воскресение. Он дарит нам наследство. Он знакомит нас с Отцом. Он приведет нас навстречу со своим Отцом. Поблагодарим Бога за это. Аминь.